Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны. Мой бог, госпожа Паклен родит другого. Госпожа Паклен никогда более не родит такого. И никакая другая госпожа в течение многих столетий такого не родит. Вы меня изумляете, сударыня. А, я и сама в изумлении. Поймите, сударыня, по прошествии 4 веков в далекой стране я буду вспоминать о вас лишь только потому, что вы сына господина Паклена в руках держали. Я держала в руках и более знатных младенцев. Что вы понимаете, вы под словом «знатный». Этот ребенок станет более известен, чем ныне царствующий король ваш Людовик XIII. Он станет более знаменит, чем ваш следующий король, а его, сударыня, назовут Людовик Великий или король Солнца. Слова этого ребенка переведут на немецкий язык, на английский, на итальянский, испанский, голландский, русский. Возможно ли это, сударыня? Не перебивайте меня, сударыня. На греческий, и я имею в виду на греческий новый, но и на греческий старый тоже. На венгерский, чешский, польский, арабский. Вы поражаете меня, сударыня. Да в этом еще мало удивительного. Я бы могла назвать вам десятки писателей, переведенных на иностранные языки, но этого его не только переведут, о нем самом начнут сочинять пьесы. Вот этот человек, что сейчас у вас в руках, подает только слабые признаки жизни, будет влиять на многих писателей будущих столетий, в том числе и на таких неизвестных вам, но известных мне, как соотечественники мои, Пушкин, Грибоедов, Гоголь. Ну, что вы мне толкуете о каких-то знатных младенцах, которых вы когда-то держали в руках? Поймите, сударыня, что этот ребенок есть никто иной, как господин де Мольер. Король аплодирует! Король аплодирует! Воды! Воды! Полотенце мне. Стой, стой, я слышу, слышу! Тихо! Пречистое дело, пречистое дело. Ваше Величество, Ваше Величество, светлейший государь, актеры моей труппы, всевернейшие и всеподданнейшие ваши слуги, поручили мне поблагодарить вас за ту неслыханную честь, которую вы оказали нам, посетив наш театр. И вот, сир, мне нечего вам сказать. Муза, муза моя, о лукавая талия, всякий вечер, услышав твой крик, при свечах в пале-роялии надевают с гонореля парик, поклонившись по чину, пониже надо, платит портер 30 су. Я усир до забавы Парижа колесницу часто несу. Но сегодня, о муза комедии, ты на помощь ко мне спеши. Ах, легко ль в интермедии солнце Франции мне смешить. Тут голова.
солнце придумал. Когда он это сочинил? Никогда, экспромт. Вы несете для нас королевское бремя. Я комедиант, ничтожная роль. Но я славен уж тем, что играл в твое время. Людовик, великий французский король! Здравствуй, король! Здравствуй, король! Благодарю вас, господин Демольян. Сир, всепослушнейшие слуги ваши просят вас посмотреть еще одну смешную сценку из комедии «Тартюф». Конечно, если мы вам не надоели. О, с удовольствием, господин Демольян. Благодарю вас. Быстро, быстро. Занавес! Боюсь пословица о ней, что в тихом омуте полным-полно чертей. Но, маменька, вас, дражайшая невестка, прошу не гневаться за то, что выскажусь я резко. Вы расточительны, одеты как принцесса. Коль жены думают лишь о своих мужьях, им вовсе ни к чему рядиться. Пух и прах. А ваш Тартюф лавкач, в том нет сомнения. Праведник. Его благие наставления души спасительны. Для всей семьи позор, что ты, дитя, с ним затеваешь спор. А что же мне молчать пред гостем тем незваным, который здесь у нас всевластным стал тираном? Не сделай ничего, ни слова не скажи, без позволения несносного ханжи. С утра до вечера он поучает нас. Конечно, прав. В грехе ваш дом погряз. Вас этот человек ведет на путь спасения. И сын мой учит вас питать к нему почтение. Никто мне не внушит, ни даже мой отец, что праведник Тартюф. Он попросту шельмец. И до того дошло, что вопреки рассудку мы все должны плясать под его дудку. И лучше бы для вас не припираться с ним. А жить, как учит он, по правилам святым. Святым? Пристало ли вам такое легковерье? Да разве святость тут? Одно лишь лицемерие. И трудно угадать, чем разозлил он вас. Он говорит в глаза всю правду без прикрас. Он лютый враг греха и чистоты родитель. Клеймит безнравственность и славит добродетель. Вот как! А почему нравоучение?
учитель сей от дома нашего отвадил всех гостей. Почему? Мы все свои. И я вам истину скажу. Он просто-напросто ревнует госпожу. Так-так. Сударыня, моим речам вы глухи. Предпочитаете вы басни в этом духе. Зато ей пустельге здесь слава и почет. Но выскажу кое-что и я вам, мой чех. Мой сын был прав, когда по наущению свыше благочестивцу дал приют под этой крышей. Мой сын был прав, когда по наущению свыше благочестивцу дал приют под этой крышей. Вам послан праведник, дабы извлечь из тьмы и к истине вернуть заблудшие умы. Кажется, что мой рассказ смешон. Досель меня еще никто не причислял к шутихам. Что ж, сударыня, не поминайте лихом. Теперь я знаю вас и вдоль и поперек. Не скоро я опять ступлю на ваш порог. Лепота! Лепота! Тебя считать ворон я нанимала, что ли? Скажи, пожалуйста, какой набралась воли. Я покажу тебе. Ступай за мною. Дрянь! А я останусь здесь. Мне надоело брать. Я провожу. Из-за бездельницы. А как раскипятилась. Смотрите, до чего Тартюф попал к ней в милость. К ней? А к хозяину? Взгляните, и тогда известно будет вам, в ком главная беда. Со дня, когда Тартюф пожаловал в наш дом, хозяин не в себе, помешан он на нем. Вы с нами не пошли за ним, и благо вам. Здесь было горячо, а что творилось там? Ну, прибыл мой супруг. Мать, к счастью, он не спит. Пойдем ко мне, пока меня он не заметит. А я тут подожду и с ним поздороваюсь, и тотчас же приду. Дарина! Дарина! Дарина, Дарина, Дарина! Дарина, расскажи о новостях мне вкратце. Что вы здесь делаете? Здоровы ли домочадцы? Да, вот. У госпожи за вчерашний день вдруг приключился жар и страшная мигрень. А как Тартюф? Тартюф? По милости Господней стал здоровей, румяней, дородней. Ах, бедный! Так у ней болела голова, что госпожа была под вечер чуть жива, хоть вышла к ужину, но вовсе есть не стала. А как Тартюф? Тартюф! Наелся до отвала, с благоговением окинув взором стол, двух жареных цыплят и окорок уплел. Ах, бедный! Госпожа! Страдала все жесточе и не сомкнула глаз в течение всей ночи. То жар ее томит, а то озноб трясет.
И я снимаюсь. Всю ночку напролет. А как Тартюф? Тартюф? С трудом прикончив ужин, решил он, что покой его утробе нужен. От всяческих земных тревог себя храня, в постели пуховой храпел до белого дня. Госпожа, вняв общим настоянием, позволила лечить себя кровопусканием, и бодрость прежняя к ней возвратилась вновь. А как Тартюф? Тартюф! Когда пускали кровь, ей, сударь, не ему, не двинул даже бровью. Желая возместить ущерб ее здоровью, за завтраком хватил венца. Стаканов пять. Нет. И теперь тут снова тишь да гладь. Но вашей поспешу я доложить, супруги, как огорчила весть вас о ее недуге. Дарина! Дитя мое, до нынешнего дня во всем безропотно ты слушалась меня. Всех благ дороже мне отцовская любовь. Отлично сказано. Отлично сказано. Марианна! Марианна! Отец! Девочка! Необходимо нам потолковать вдвоем. Что ищете вы там? Хочу увериться, что посторонних нету. Потолковать нам надо по секрету. Нет никого. Итак, до нынешнего дня во всем безропотно ты слушалась меня. Мне всех дороже благ отцовская любовь. Отлично сказано. Лишь мне не прикословь, навеки сохранишь мое благоволение. Об этом лишь, отец, мечтаю каждый день. Так, так. Так, так. А по душе тебе наш гость Тартюф? Мне по душе? Свой долг дочерний вспомянув, подумай и ответь правдиво и свободно. Знаю, батюшка, как будет вам угодно. Прекрасные слова. Итак, мое дитя, источник совершенств Тартюф и обретя, его должны вознаградить мы по заслугам. Его полюбишь ты и назовешь супругом, а? А? Что значит «а»? Как это? Ты о чем? Ведь я ослышалась. Что? Это вы о ком? Кого вознаградить должны мы по заслугам? Кого я полюблю и назову супругом? Тартюфа! Но его я вовсе не люблю. Полюбишь, дочь моя, коль я тебя велю. Но, батюшка! На спор мы только время тратим, женившись на тебе. Тартюф мне станет зятем. Мы породнимся с ним. Знай, это мой приказ. И по глазам твоим сужу я. Сужу я. Вот тебе раз. Ну-ну, подслушивать. Я вижу любопытство. Способно довести вас, женщин, до бесстыдства. Вот я тебе сейчас. Вот не ждала от вас! Что вам на ум взбрело? А не стоит милой потреблять во зло мое терпение. Ты слишком обнаглел. Давайте, не сердясь, обсудим это дело.
свадьбой бы насмешить людей? А зачем она ему? На что он сдался ей? Обдумали ли вы последствия их брака? В подобных случаях, увы, бывает всяко. Коль девушку ведут неволей под венец, тут добродетели нередко и конец. И если у мужей растет коль что во лбу, пускай винят себя, ни жен и ни судьбу. Я вижу, милая, ты мне даешь урок. Неплохо бы, чтобы он пошел вам, сударь, впрок. В уме ты! Ну что уж, ваша дочь смиренна и тиха, но замужем за ним не избежит греха. Не избегу! Не прерывай меня! Мне это надоело! Я с дочкой говорю, тебе какое дело? Стараюсь ради вас! Ну что ж, я твой должник! Но об одном прошу, попридержи язык. Я слишком вас люблю, и никакая сила. Да не желаю я, чтоб ты меня любил. А я люблю, люблю, хотя бы вам назло. Вот как? И до того сейчас на сердце тяжело. Ведь скоро станете вы притчей в языцах. Уймись. Уж лучше бы оставить дочь в девицах. Который час, она мне голову морочит. От этих глупостей. Вся кровь во мне колокочет. Ну, помолчи, прошу, покорнейше тебя. Молчу, но не могу не думать про себя. Пожалуйста, но вслух не смей ни слова, или... Итак, дитя, мы, значит, порешили. И рта нельзя раскрыть, как каменная, стой. Доверься мне, Тартюф не блещет красотой, но все же его... Лицо. Точнее, скажем, рыло. Даже если б ты не ценила его души. Души? Да он! Так для тебя мои приказы звук пустой. Не с вами говорю. А с кем? Сама с собой. Значит, милая, к моим словам вы глухи. Придется, кажется, прибегнуть к оплеухе. Решение отца... Одобришь ты, мой друг, я взвесил тщательно. Твой будущий супруг, ну, что же ты молчишь? Я высказала все вам. Дополнишь, может быть? Нет, ни единым словом. А все-таки? Нет, нет, рехнулась, что ли я? Итак, мой замысел, ты знаешь, дочь моя, покорствуй отцу. Пойдешь ты к аналою. Какого бы жениха, поганую мне твою! Твоя служанка, дочь, не женщина, чума! Она того гляди, сведет меня с ума! Беседовать с тобой я более не в силах. Кружится голова, и кровь клокочет в жилах. Перечит мне во всем, все делает назло. Пройдусь. Чтобы чуть-чуть от сердца отлегло. О, Мария! Упал. Поднялся, еще упал, еще поднялся, упал, упал. Господин де Валер стоял у рампы, кланялся, и пот со лба его капал на понос.
хотя. Убью его. Убью и зарежу. Интересно, кого бы он хотел зарезать, сейчас ты его не встретишь. Тебя, мерзавец! Меня нужен на королевском спектакле! Ну что, Маша, в зале слышно? Пустите меня! Превосходно сделанный проворно, в чем дело? Этот негодяй не понимал, зачем я держу при себе мучителя. Четыре раза играли, и все было нормально. А сегодня при короле свеча повалилась в люстре и капает воском на паркет. Мэтр, вы сами выделывали смешные коленцы и повалили свечку. Молчи, бездельник! Он прав, мэтр! Вы сами задели свечку шпагой. В зале смеются. Король удивлен. Король самый воспитанный человек во Франции и не заметил никакой свечки. Так это что? Я повалил? Вы. Я? Вы, мэтр. А с какой стати я тогда кричал на тебя? Затрудняюсь ответить, сударь. А что я еще? Там тебе порвал. Ну ладно, на. Возьми вот это. Благодарю вас. Эй, а штаны-то зачем? Тоже. Мэтт, сообразите сами. Верхом без вкусицы было бы соединить такой чудный кафтан с вот этими гнусными штанами. Угу. Извольте видеть. Это же срам. Обнаружены мною две серебряные монеты незначительного достоинства. Как прикажете с ними поступить? Я думаю, мошенник, что лучше всего сдать их в музей. Я тоже. Я сдам. Но я пошел снимать. Нога. Попрошу со сцены не пялить глаз на короля. Кому вы это говорите, мэтр? Я тоже воспитан, потому что француз по происхождению. Нет, ты француз по происхождению, болван по профессии. Вы по профессии великий артист и грубиян по характеру. Вот согрешил я чем-то и послал мне Господь его в лимон. Боже, в каком я виде! Стойте! Ах, это вы, милый регистр? А почему вы притаились здесь, как мышь? А я глядела на короля. Ну, я спешу. Успеете. Он на сцене. Почему вы называете меня регистром? Быть может... Прозвище мне неприятно. Милый господин Делагранж, вся труппа очень уважает вас и вашу летопись. Но если угодно, я перестану вас так называть. Я ждал вас, Арманда. А зачем? Сегодня 17-е. Вот я поставил черный крестик в регистре. Разве что-нибудь случилось или кто-то из труппы умер? Нехороший. Черный вечер отмечен мной. Откажитесь от него! Господин Делагранж, у кого вы получили право вмешиваться в мои дела? Не выходите за него, умоляю вас! Вы влюблены в меня. Нет, вы мне не нравитесь. Пропустите. Вы не имеете права выходить за него. Взываю к вашим лучшим чувствам. Всех в труппе помутился ум, честное слово. Какое вам дело до этого? Сказать не могу, но
большой грех. А, сплетни о сестре. Слышала. Вздор. Да если бы у них и был роман, что мне до этого? Откажитесь от него. Нет? Тогда я убью вас! Вы сумасшедший убийца. Но ведь вы не любите его. Нет, я люблю. Кажитесь. Регистр, господин Делагранж. Я не могу. Я с ним в связи и... Идите, я больше не держу вас. Вы насильник. За то, что вы угрожали мне, вы будете противны мне. Простите, я хотел спасти вас. Чудовищно! Чудовищно! Армандо, девочка моя. Мэтр, весь мир ополчился на меня. Ну, правда. Целуй меня. Вот черт! Послушай, пойди проверь свечи в портере. Я только что оттуда. Ну тогда так, сходи в буфет и принеси мне графин вина. Принес уже, вот он. Тогда знаешь что? Иди ко всем чертям! С этого прямо и нужно было начинать. Мэтр, а скажите, пожалуйста, а сколько вам лет? Это еще что такое? Конные гвардейцы меня спрашивали. Ну, он мерзавец. Целуй меня. Знаешь, я должна сказать. Девочка моя, теперь это не страшно. Я решился. Но только поклянись. Поклянись, что любишь меня. Люблю. Люблю, люблю. Ты не обманешь меня. Видишь, я стар. У меня седина, морщины. Я окружен врагами. Позор убьет меня. Нет, как можно это сделать? Ведь я хочу жить еще один век с тобой. Не волнуйся, я за это заплачу. Я тебя создам. Ты будешь первым. Ты будешь великой актрисой. Это моя мечта. И значит, так и будет. Но только помни, если ты нарушишь эту клятву, ты лишишь меня всего. Я не вижу морщин на твоем лице. Ты так смел, так велик, что у тебя не может быть морщин. Ты Жан, Батист, ты Мольер. Завтра мы с тобой обвенчаемся. Правда, мне придется много ради этого перенести. Но что за жизнь? Послушай, сегодня дома у Мадлены мы встретиться не сможем. Поэтому сделаем так, когда театр погасит, приходи к боковой двери в саду и жди меня. Я проведу тебя сюда. Мэтр, мэтр! Входите. Господин де Мольер, это вы? К вашим услугам, сударь. Король приказал мне вручить вам его плату за место в театре. 30 су. Но ввиду того, что вы трудились для короля, сверх программы, он приказал мне передать вам и доплату к билету.
за то стихотворение, которое вы сочинили, прочитали королю. Здесь 5000 ливров. Ну, король, Лагранж. Лагранж, здесь 5000 ливров. 500 ливров мне. Остальные разделите поровну между актерами труппы и раздайте на руку. Благодарю вас от имени актера. Простите, сударь. Спешу поблагодарить короля. Сударыня. Я очень счастлив, что случай дал мне возможность капитан черных мушкетеров Д'Арсиньи. Фехтовальщик, который может каждого заколоть. А вы, сударыня, без сомнения, играете в этой труппе? Да, играю. Ничего, всего мы легкомысленно играем. Вы что-то сказали, почтеннейшие? Нет, сударь. Так что, привычка разговаривать с самим собой? Именно так, сударь. Вы знаете, одно время я разговаривал во сне. Что говорите? Ей-богу! И какой курьез, вообразите! Что за черт такой? Помолись! А ваше лицо, сударыня... Дико кричал во сне! 8 лучших врачей в Лиможе лечили меня! Они помогли вам, надеюсь? Нет! 3 дня они сделали мне 8 кровопусканий, после чего я лег и остался неподвижен, ежеминутно приобщаясь к святых тайн. Галина, любезнейший, помолись! Я хочу себя, сударыня... А кто это такой? Ах, сударь, это тушильщик свечей Жан-Жак Бутон. Милейший, я как-нибудь в другой раз послушаю историю, как вы орали во сне. Сударь, король уезжает. Честь имею кланяться. Бегу догонять короля. Уныние. Я буду ждать тебя. До свидания, Мэтт. Бутон, попроси ко мне госпожу Мадлен Бежар. Туши огни. Ступай домой. Норманди, твоей сестре. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Бог с тобой. Мадлен, мы связаны крепчайшей дружбой. Ты верный товарищ, но любви между нами давно уже нет. Помнишь, как 20 лет назад ты сидел в тюрьме? Кто приносил тебе пищу? Ты. А кто ухаживал за тобой в течение 20 лет? Ты! Собаку, которую всю жизнь стерегла дома, никто не выгонит. А ты нервный, конечно.
Страшный ты человек, Малир, я тебя боюсь. Не терзай меня. Страсть охватила меня. А все же, измени свое решение, Малир. Сделай так, как будто этого разговора не было. Ты пойдешь домой, зажжешь свечи. Я приду к тебе. Ты почитаешь мне третий акт Тартюфа, а? По-моему, это вещь гениальная. Если тебе понадобится посоветоваться, с кем посоветуешься, Мольера, наше дитя? Все-таки постарел Жан-Батист. Ты любишь грелку, я тебе все устрою. Вообрази, свеча горит, камин зажжем, и все будет славно. Если ты не можешь, я тебя знаю. Посмотри на реваль. Какое тело, чего она плоха, а? Я и слова не скажу. Подумайся, что ты говоришь? Какую роль ты на себя берешь? Нет! Там как угодно, только не на Арманде. О, проклятый день, когда я привезла ее в Париж. Тише. Я должен жениться. Уже поздно. Обязан, понимаешь? Преклонно. Театр даст тебе пенсию. Ты заслужила. Да. Я надеюсь, когда твое горе уляжется, ты вернешь мне свое расположение, и мы будем видеться. Нет. Ты Арманду не хочешь видеть? Арманду буду видеть. Арманда ничего не должна знать. Ничего, понял? Уже поздно. Позволь, я провожу тебя до твоего дома. Нет, благодарю, не надо. Позволь мне несколько минут посидеть у тебя. Но ты... Скоро уйду, не беспокойся. Уйди. Прощай. Кто остался в театре после спектакля? Это вы, госпожа Бежар? Случилось, да? Я знаю. Я думаю, регистр. У вас не хватило смелости сознаться ему? Я горжусь вашим доверием. Я пытался остановить его, мне не удалось. Никто никогда не узнает. Позвольте, я провожу вас. Благодарю вас, не надо. Я хочу думать одна. Я все же провожу.
продолжайте ваш обход. Февраля. Был королевский спектакль. В знак чести рисую лилию. После спектакля во тьме я застал госпожу Мадлену Бежар в мучениях. Причина? В театре ужасное событие. Жан-Батист Поклен де Мольер, не зная о том, что Арманда не сестра, а дочь Мадлены Бежар, женился на Арманде. Этого писать нельзя. В знак ужаса ставлю черный крест. Кто из потомков никогда не догадается. 17-му конец. Антракт, господа!